песни, танцы и хорошее настроение. Открытие новых залов – большой праздник для 5-й спортшколы, для сотен детей и их родителей. Раз, два, три. Новое отделение школы разместилось в центре Сочи, на улице Виноградной. В уютном помещении свежий современный ремонт. А главное, зала сразу три. Здесь дети будут заниматься тхэквондо, настольным теннисом и греко-римской борьбой. Одно дело, когда мы находимся на аренде, а тут уже свой спортивный зал в нашем ведении. Мы занимаемся сами себе хозяева. С утра до вечера идут тренировочные занятия. Конечно, это большой плюс. Как раз вот эти залы открылись, и нам сейчас большое подспорье. Вот будем набирать детей, будем работать. Новыми залами 5-я спортшкола обзавелась благодаря государственно-частному партнерству. Город помог с помещениями, федерации спонсора отремонтировали и оборудовали залы. Благодаря таким проектам город Сочи будет с каждым годом все больше и больше прирастать, в данном случае в количестве спортивных залов, и что позволит большему количеству жителей Сочи вовлекаться в здоровый образ жизни, в спорт. Надо отметить, что спортсменам из разных видов спорта порой приходится делить один зал для тренировок, поэтому помещения чаще всего универсальные. А в новом отделении 5-й спортшколы – специализированные. Они сделаны под конкретный вид спорта с нужным покрытием и спортинвентарем. В 5-й спортшколе уже занимается более 800 человек. Теперь, благодаря трем залам, можно разместить еще 400. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.